Все время спрашивают, ну, какое у вас питание, почему вы не болеете? Ну, питание простое. Вот. Я сварил, Володя нету, картошку мелкую. Она у меня здесь в мешке. Ну, прям совсем мелкая. Сейчас я найду ее где-то. Она у меня тут. Вот она. Вот она у меня в ведерке стоит. Ну, какая это картошка. Сейчас покажу. Идет. Не выбросить даже нет. Вот в одной руке возьму на ладони. Вот сколько лежит картошинок. Я ее варю. Ножом пробую, когда она сварилась. Все. Значит, так рыжая. Пусти-ка я поставлю ведерко. Полную по кастрюлю, вот которая стоит. Воду сливаю. Она вода вот в этой стоит чашке, чтобы пару не было. Большая крышка. Вот так вот закрываю. Картошка там уже лежит вареная. Это вода слитая. А картошку обратно ставлю на плитку и закрываю. Она еще минуты две стоит. А плитка выключена. Вот она плитка-то. Грязно там, грязно, все бы думают. Она обгорелая тут. Все, эту воду постояла на сколько тут, минут 10. Эту воду теперь сливаю в кастрюлю, в другую. В другую кастрюлю. Ну, там видно грязно. Остаю. А это темная все равно вода. А картошку сюда чищу. И чтобы она легко была, вот у меня противень, я на противень ее раскатываю. И потом в воде в другую кастрюлю отдельно, которая стояла до этого, варил. Она пустая уже. И начинаю толкушкой молотить. Толкушка тоже самим сделанная. Вот она какая толкушка. Растолок ее. А там в той воде, которую слил отсюда, туда вот эта кружка такая, другая, хлопья. И еще кружку вермишели. Бывает чуть побольше. Все, теперь она там, она быстро сварилась. Прям, кого там она... И теперь сливаю, которую картошку перетолок, уже она все, тут каша как бы, эту картошку вареную уже туда не ставлю. И мне ее все, вот она теперь получилась такая. Мне это хватает на 2-3 дня. Вот такая кастрюля. Ну, чтобы понятно было, что кастрюля не больше четверть, 20 сантиметров еще выше, это меньше. Ну, тут сколько, литры 3 тонны есть, наверное. Вот так, больше даже здесь. Вот тут он сегодня натер морковку. Морковь мне принесли, дали. И яблоки. Яблоки тоже натертые. Яблоки, это утром. Вчера нарвал я вот зелень на улице. У меня корень ревеня. Чеснок свой растет. Перья его. Одуванчик листья. Лопуха и крапива мелкая. Я не знаю, я даже название ее. Мелко порезал. Поставил, закрыл, чтобы она не высыхала. И помидоры. Помидоры у нас сейчас как 4, если назвать компоненты. Помидоры, свежие помидоры. Нарезанные. Лук мелко накрошенный. Соль и растительное масло. Вот все. Пожалуйста. Ну, отдельно у меня отдельно еще луковки такие лежат здесь. И рыба. Ну, рыба это сестра каждое воскресенье готовит. Тут там есть деньги. Вот рыба красная, я кости вытащил, чтобы не портилась. И в холодильнике держу. Это моевые кошки сейчас добавлять буду. Это сейчас Надежда Васильевна принесла блины. Блины. Она там, Игорь, у нее, завтра он будет во вторник. Он обедает там, оставляет ее, она мне пытается подсунуть. Я не беру. Принципиально. Почему? У меня денег нет, не на что брать. А это вот, это булка разрезанная. Магазины. А кроме того, вот куча лежит своего хлеба. Вот я уже третий мешок сушу, это мой Щукина. Наша мука, половина ей, половина нам. Ну, дал туда масло, там соли, что требуется для этого. Все. Тут дальше у меня продолжает сушиться хлеб. Вот опять уже мешок, сколько набралось. Ну, это сухофрукты купленные. Тоже компот варю. Все. Ничего такого нету. Не надсажаться. Я показал все. Вода. Кроме того, свежемороженую облепиху. Если вот я ее вчера засыпал. Одну кружку засыпал сахаром. И сегодня. И все уже готово к употреблению. Вот считай, сколько разных тут от зелени. Мяса никогда не бывает. Никогда. Ну, а в конце это уже обыкновенное простое варенье. Вот малиновое там или еще какое. Ложку. Запил водой. Вода в основном у меня в двух термосах. Компот. Там разные фрукты. Чернослив, и урюх, и яблоки, там еще что-то, виноград. Вот такой завтрак. Все это не
Если не первая свежесть, люди скажут, ну, это магазинное, с магазина. И благословен Господь. Ну, и тут больше что-то. За компьютером сижу. Вчера собрание закачивал. Закачивал часов 5. Уже обработка была. Обработка застряла. Почему, не знаю. То ли из-за того, что оригинал я заранее спрятал, она не могла найти его. Пришлось заново уже в первом, во второй часу ночи зарядить. И по милости Божией закачалось. Вот у меня очень ответственно. Все, пока.